Это программа «Налоги». Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о вопросах, которые недавно обсуждали в Москве на международной встрече налоговиков. Как сейчас выглядит сотрудничество налоговых администраций разных стран мира? Что важно знать рядовому налогоплательщику? Обо всем этом мы поговорим с Алексеем Аверчуком, заместителем руководителя ФНС России. А пока традиционно несколько цифр. Представители 46 государств, включая все страны Большой Двадцатки, принимают участие в форуме по налоговому администрированию ОЭСР. Федеральная налоговая служба России активно участвует в ФТИ с 2010 года. С 2014 года руководитель ФНС России Михаил Мишустин является вице-председателем форума. Более чем на 20% выросли поступления по НДС в 2015 году. Таких результатов удалось добиться благодаря внедрению новейшей системы АСК НДС-2, которая контролирует все сделки в автоматическом режиме. Около 5000 запросов получено и отправлено между ФНС России и иностранными налоговыми организациями в ходе налоговых проверок в 2014 году. За первый квартал 2015 года эта цифра составила почти 1000 запросов. Почти 15 миллионов пользователей зарегистрировались в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц меньше, чем за 3 года существования сервиса. И эта цифра продолжает расти. Об этом заявил заместитель руководителя ФНС России Алексей Аверчук, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи Европейской организации налоговых администраций. Аверчук Алексей, заместитель руководителя ФНС России, отвечает за международное налоговое сотрудничество, обмен налоговой информацией с компетентными органами иностранных государств в рамках международных договоров Российской Федерации в области налогообложения, а также организацию работы с налогоплательщиками, повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых ФНС России, и внедрению системы стандартов деятельности менеджмента качества ФНС России. Алексей Лукович, если говорить конкретно об этой встрече, она чему посвящена? В данном случае эта встреча, она организована вместе с секретариатом ОЭСР. В марте 2015 года состоялось бюро форума по налоговому администрированию. ОЭСР Россия является членом этого форума. И было принято решение, чтобы Россия возглавила направление работы, связанное с обеспечением налогоплательщиков электронными услугами и предоставление услуг в цифровом виде. Можно говорить, что это такое признание вашего первенства? Ну, абсолютно это признание первенства, потому что на самом деле сегодня те электронные сервисы, которые предоставляются ФНС России налогоплательщикам, они являются одними из самых передовых в мире, и, собственно, это и признается сегодня всем сообществом. Вот так без ложной скромности? Вот без ложной скромности мы находимся, то, что называется, премьер-лига налоговых администраций мира. Это звучит? Да. Ну, тогда не могу не задать вопрос, а как же удалось? Почему именно в России это стало возможным? Получилось? В России это стало возможным прежде всего потому, что наша система современная. Она может быть молодая, ей чуть меньше 20 лет на самом деле. Налоговый кодекс появился только в конце 90-х. И с самого начала он строился, исходя из возможности предоставления услуг в цифровом виде. И есть еще один момент. Вы посмотрели, как у остальных? Ну, естественно. И, научившись на опыте. Естественно, коллег... мы попытались не делать тех ошибок, не делать тех наслоений. У нас нет того исторического наследия, которое отягощает работу налоговых органов других стран сегодня. И поэтому, в общем-то, наша система с самого начала строилась, можно сказать, правильно. Коллегам вы сегодня показывали, как работают электронные сервисы ФНС. А что удивило больше всего? Ну, две вещи. Во-первых, то, что на сегодняшний день уже более 15 миллионов человек в России пользуются личным кабинетом налогоплательщика физического лица, имеют возможность оплачивать онлайн налоги на имущество физических лиц, на земельный налог, транспортный налог. Все это делается сегодня достаточно просто. За 5 минут, открыв личный кабинет, человек может заплатить эти налоги. Сегодня с 1 июля мы открыли возможность подачи 3 НДФЛ в онлайне. Поэтому это тоже следующий шаг, который в значительной степени облегчает административное время на налогоплательщиков.
Ну и большое впечатление, я знаю, на коллег произвела наша система контроля за уплатой НДС. Автоматизированная система. Но благодаря которой фактически и удалось решить вопрос с НДС, который стоял очень остро долгие годы. Ну, действительно так, да. Коллеги это сделали. Вы готовы делиться технологиями? Вот если будет такой запрос. Мы готовы делиться опытом. Собственно, этот семинар, который проходит, это одна из задач — показать возможности нашей налоговой системы, посмотреть, что есть у коллег, потому что планируется большое количество выступлений, большое количество презентаций. Здесь сегодня, я хочу сказать, присутствуют представители 22 стран мира, которые приехали в Россию для того, чтобы поделиться опытом, узнать, что у нас, показать, что у них, и обсуждения, которые здесь состоятся, собственно, позволят определить приоритеты для развития налоговых систем стран ОЭСР, стран Большой Двадцатки на следующие 2-3 года. Как это может выглядеть? Ну, сегодня еще, наверное, рано говорить, но на сегодня... Но, тем не менее, идея же, наверное, идея есть, потому что сегодня обсуждается идея создания такой, если хотите, социальной сети налоговых плательщиков, естественно, на добровольной основе. А сегодня ложится очень хорошо на тот информационный обмен, который уже начинает осуществляться в мире. Внедрение общего стандарта отчетности налоговой, которое начало происходить сегодня. А все эти вот различные потоки, они сегодня сходятся в какой-то одной точке, и все это способствует тому, чтобы и вопросы деофшоризации решались быстрее и эффективнее для стран, и создавалась все более и более удобная среда для налогоплательщиков. Продолжая тему обмена информацией между налоговыми службами, вот на этот момент как это выглядит? Если говорить о том обмене, который идет в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения, то он происходит тогда, когда это нам нужно или когда это нашим коллегам нужно. То есть по запросу, да? Это по запросу. Но вместе с тем, сегодня присоединившись к конвенции, многосторонней конвенции по оказанию административной помощи в налоговых вопросах, появилась возможность и спонтанного обмена информационного. Это тоже происходит сегодня. То есть разные способы. А как это выглядит? Вот налоговая служба Российской Федерации выгружает определенный фрагмент информации о налогоплательщиках. По запросу, естественно, мы отвечаем на те вопросы, которые перед нами ставят наши коллеги из зарубежных стран. Но что касается спонтанного обмена, если в результате какой-то налоговой проверки находится информация, которая может представлять интерес для, по нашему мнению, для налогового органа другой страны или наоборот, то мы можем предоставить такую информацию этому налоговому органу для дальнейшей работы. Мы, я хочу сказать, получаем информацию и от наших коллег в таком же режиме. То есть это происходит. Есть такое понятие «совместная проверка»? Совместная проверка действительно есть, и у Российской Федерации есть опыт осуществления таких совместных проверок, и достаточно успешный. Сейчас, опять-таки, в рамках форума по налоговому администрированию ОЭСР заработал новый механизм. Это такая сеть экспертов налоговых органов стран, которые являются членами форума. Это контактные лица, они определены, они известны. И в рамках обмена, такого профессионального обмена между контактными лицами, решаются вопросы, в том числе и начало и двухсторонних налоговых проверок, если хотите, многосторонние налоговые проверки. То есть эти механизмы сегодня созданы, они достаточно просто реализуемые, и это начинается, да, тоже. Все становится настолько прозрачным, но злоумышленнику буквально некуда спрятаться. И тут вы еще предлагаете амнистию капитала. Как эти процессы вот сейчас синхронизируются? Что мы видим? Какая картина? Ну, на самом деле, знаю, на слово амнистия здесь совершенно неуместное слово. Мы сегодня ведем речь о декларировании того имущества, которое... Тем не менее, именно такое определение уже вошло. Да, такое есть сленг. Но речь идет о декларировании того имущества, которое может находиться у российского налогоплательщика за рубежом. На самом деле, ничего в этом страшного нет. А наоборот, просто вы выходите из тени с этим имуществом. Возможности для подачи спецдеклараций с 1 июля уже существуют. Наши инспекции принимают эту информацию, в том числе открытая возможность приема спецдеклараций в центральном офисе ФНС на Неглинной. То есть эта система сегодня уже работает. Она дает определенные выгоды человеку, подавшему спецдекларацию. В дальнейшем никто уже не имеет права спрашивать у вас
источники происхождения. Ну вот давайте уточним, как выглядит процедура для налогоплательщика, который хочет заявить о том, что имеет что-то за рубежом? Ну, очень просто. Есть спецдекларация, он ее заполняет, приходит к нам, сдает в бумажном виде. Мы обеспечиваем хранение, мы обеспечиваем безопасное хранение этой информации. При необходимости он может у нас получить подтверждение, что он такую декларацию сдавал. И это в определенной степени может его в дальнейшем обезопасить от различных проблем, которые могут возникнуть. Почему? Потому что действительно, как вы правильно сказали, мир становится все более и более прозрачным. Если кто-то где-то пытается спрятать, не надо надеяться, что это состояние будет длиться вечно. Потому что действительно возможности для информационного обмена, они все более и более становятся такими возрастающими. Ну, да. Поэтому лучше спокойно прийти, продекларировать, это будет где-то храниться, и в ваших же в интересах тех лиц, которые сдают это. Вот вместо того, чтобы потом об этом узнали и начали задавать вопросы, зачем это надо. Значит, обмен будет все более и более интенсивным. Я вас так поняла. Естественно, потому что все-таки речь идет о введении общего стандарта для автоматизированной отчетности. И Россия к этому процессу подключилась с 2018 года. У нас он заработает с другими странами. Ведутся очень большие обсуждения на уровне ОЭСР относительно того, чтобы создать некую централизованную, вероятно, базу данных для таких обменов. То есть этот процесс пошел, и он контролируется на уровне большой двадцатки, поэтому его не избежать. Хочется задать вопрос, ну как же вы, вот санкции вроде бы. Во многих аспектах международное сотрудничество, увы, сейчас не очень эффективно и нарушено некоторыми процедурами. А здесь профессиональный интерес, он все-таки берет верх, я так понимаю? Конечно же, вы видите, здесь 22 страны присутствуют, причем здесь присутствуют самые разные страны, и европейские, и Австралия, и Новая Зеландия, и страны БРИКС здесь присутствуют, и страны, представляющие наш Евразийский экономический союз. Очень хороший такой микс стран для того, чтобы провести обсуждение, обменяться опытом. И я думаю, это всем полезно, и все это понимают. По результатам этой встречи должны появиться какие-то документы или какие-то общие решения? Ну, мы рассчитываем, на самом деле, провести два таких семинара. Первый семинар, который проходит сегодня, он посвящен тому, чтобы определить, какие наиболее интересные вопросы могут представлять интерес для налоговых администраций мира с точки зрения развития IT-инфраструктуры, предоставления электронных услуг. Дальше мы сконцентрируемся на более глубоком изучении этих вопросов. В ноябре планируем провести второй семинар, уже доложить определенные результаты, получить подтверждение наших мыслей, одобрение наших мыслей со стороны участников семинара. В начале декабря результаты работы будут представлены на заседании Бюро форума по налоговому администрированию. И в мае 2016 года планируется, что уже окончательный отчет будет докладываться на Генеральной ассамблее форума по налоговому администрированию, где будут присутствовать все страны, участницы форума, руководители налоговых органов всех стран-участниц форума. Это будет в Пекине в мае 2016 года. Спасибо вам большое. Это была программа «Налоги». До встречи через две недели.